На 68-й минуте арбитр назначает пенальти. Прекрасный броски Березовский отражает удар Кирилла Бакинова. 2-1 победа «Зенита». Удар Альберта Доглазова с 11 метров блестяще парирует Роман Березовский. Поединок Леонидас Березовский выигрывает голкипер «Зенита» из сборной Армении. Пенальти ворота «Зенита». Роман Березовский безупречно отреагировал на бесхитростный удар Юрия Мороза. В этом моменте многое решалось. Роман Березовский во второй раз в этом сезоне парирует 11-метровый. Арбитр Баскаков указал на 11-метровую отметку, но Березовский переиграть себя Бородкину не дал. Тюмин без колебаний показал на 11-метровую отметку, но подошедший к мячу Мовсисян забить Березовскому не смог. Бывший одноклубник Березовский взял пенальти, пробитый Осиповым, и сохранил победный для «Динамо» счет 2-1. Ну и развязка матча идет компенсировано арбитром время. И Березовский блестяще отбивает, просто блестяще. Фантастический сейв Романа Березовского добавлено арбитром время. Березовский, правда, его отбил, что также показательно.